Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам показать на 13 августа свои метельчатые гортензии, но кусочек захвачу своего розария. Это одна из частей моего сада. Вот это видно розочка ловила кота. Маленький кусочек захвачу розария и войду в часть, где мои метельчатые гортензии. Это Чиппендейл. Это второе цветение уже роз. Сегодня 13 августа. Вот такой красавец Чиппендейл. Это роза Грэхэм Томас. Наверное, кто со мной на канале, знает, что у меня есть часть, где розы растут, часть моего сада, и часть, где куча метельчатых и разных видов гортензий. Ну, сейчас давайте в часть, где мои метельчатые гортензии. Вот это возвышается моя принцесса. Ванила Фрайс. Начала немножко розоветь красивым розовым оттенком. В этом году я ее обрезала по-другому, поэтому она мне выдала такие большие соцветия. Знаете, они даже довольно себя хорошо держат. Именно мелкие только опускаются. Вот это нежный румянец ванилы Фрайс. Недостаток ее, что она себя плохо держит, но за ее красоту этот недостаток можно простить. Вот это все ванила Фрайс. Белоснежная, светящаяся красавица. А вот это тоже делала обзор. Это, посмотрите, как полностью раскрылись соцветия у гортензии Magical Candle. Закругленное такое соцветие. Соцветие огромнейшее. Причем все соцветия огромные у нее. Огромнейшие. Magical Candle. Видите, у нее лаймовый оттенок. Ванила белоснежно-розовеющая. А Magical Candle лаймовая. И еле заметный тут розовый у нее отлив получается. Ванила Фрайс. Сейчас подхожу к Диамантино. Вот так она смотрится сейчас. Полностью раскрыла свой этот вот конус. Тоже тут уже даже розовинка появляется. Это Диамантино. Сейчас подойду. Вот посмотрите, какой винный оттенок у гортензии Vims Red. Действительно винный оттенок. Vims Red. Не грязный, не коричневый, а винный. Ниже, вот посмотрите, это Candlelight. Она еще белая. А Vims Red видная. Candlelight тоже приобретает уже розовый оттенок. Хвостик еще не распустился.
Candlelight. Выглянуло солнышко, хочу показать на солнышке, как выглядит диамантина. Вот она на солнышке. 13 августа. Видите, возвышается ванила фрайс, а вот это диамантина. Зацвела одна из первых. Вот это Skyfall. Солнышко то за тучку прячется, то появляется. На солнышке очень красиво смотрятся гортензии. Skyfall. Тоже румянец на ней. Хочу солнышко подождать. Это граффити такая. Вот опять же в сравнении с ванилой. Граффити. На самом деле, как показывают на картинках, такая же она тоже, видите? Граффити. Очень красивый по краюшку розовый оттенок. А тут, где нету солнышка, зеленая-зеленая. Вот она такая. Вот это Фрайс Мельба. Я ее хочу отдельно снять. Тоже на штамбе. Хвостик еще белесый, красный и зеленеет, где нету солнышка. Хочу отдельно ее снять. Вот она, Фрайс Мельба. Пока вышло солнышко, покажу Skyfall. Она прям светится на солнышке. Вот она. И на солнце покажу Vims Red. Вот она на солнышке, винно-винно-красная. Так. Это, смотрите, Angel Blush. Очень большой у нее цветок. От дуновения ветерка прелестный-прелестный. Angel Blush. Пчелки тут летают, шмели. А вот это Polar Bear. Тоже привлекает насекомых. Посмотрите тоже, какой приобретает розоватый отлив. Ну, точно морда белого медведя. Цветочки раскрылись, стали огромные. Сейчас она белоснежно-сливочная. Вот такой хвостик салатовый тут еще есть. На некоторых соцветиях полностью ушел. Я снимала ее отдельно, но посмотрите, красавица действительная. Красавица. Polar Bear. Медленно-медленно перехожу. Это Angel Blush. Когда-то она у меня тут вырастет и займет забор, закроет. Angel Blush. Своими такими рыхлыми соцветиями и огромными цветами-бабочками.
Это не вся коллекция, показываю только большие свои петельчатые гортензии. Фрайс Мельба. Диамантина. Это штамбики пока в горшках. Насколько винный цвет у диамантина. А вот внизу Candlelight. Candlelight. Пока еще у меня тормозит фантом на заднем плане, видно. Еле-еле распускается. Это диамантина 13 августа такая. А вот это красавица ванила фрайс. Это Magical Candle ванила фрайс. А вот это Silver Dollar. Зацветет ванила скоро на самых высоких своих. Граффити. Skyfall. И опять же ванила. Ванила фрайс. Вдалеке там видно мои розочки. Спасибо вам, дорогие друзья, за прогулку со мной. И до новых встреч!